Канал Руненштайн Айнц представляет. Ульм город на костях. Миллиметр за миллиметром освобождает от слоев земли археолог остатки человека, точнее его скелет. С февраля 2020 года в городе Ульм идут раскопки, о которых я узнал от одного из моих подписчиков. За что ему моя искренняя признательность. Ранее на этом месте находилась больница. Было это где-то в средневековье. В декабре 1944 года во время бомбардировки Ульма это здание было уничтожено. Археологи абсолютно не удивились, когда во время раскопок на месте бывшей больницы обнаружили кладбище. Вероятно, это кладбище было расположено на больничном дворе. Удивило количество захоронений. В 1954 году на этом месте построили дом престарелых. Несмотря на то, что грунт здесь передвигали и перелопатили много раз, именно только сейчас удалось наткнуться на это захоронение. Захоронение тут же отнесли к позднему средневековью. Как обычно, все скелеты в Германии списывают на последствия реформации 30-летнюю войну. На некоторых находках видны трагические последствия того времени. Обнаружили остатки новорожденных детей в утробах матерей. Находки позволяют э, сделать вывод о жизни средневековье. Все находки исследуются на месте, архивируются и идут на дальнейшее хранение и исследование. По скелетам можно детально рассмотреть ситуацию того времени, времени неизвестной нам катастроф. На месте, которое археологи назвали тут же кладбищем, обнаружено 88 скелетов. Но если копнуть глубже, то может быть и гораздо больше. Раскопки продлятся до сентября 2020 года. После это место зачистят и застроят новым зданием. Ну а значит, мне туда дорога. Пора рассмотреть это место поближе и под другим углом. Обследуя это место самостоятельно, я сделаю свои выводы. Оставайтесь на канале, ждите новых роликов, будет интересно. Благодарю вас за внимание, до новых встреч. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра.